праздники. Да, порядки, да. Спасибо за руку. Ребята, давайте жить дружно. И какой хороший день для прогулки. Не беспокойся об этом, Рэй. Пойду посмотрю, где там охотники за сокровищами. Хорошо, я так умею. Хорошее приключение пойдет им на пользу, не будет время обо всем подумать. А я хоть отдохну немного. Это не проблема, Рэй. О, есть одна отличная идея, что если отправить их пушат куда-нибудь подальше? Нет проблем. Тебя, давайте жить дружно. Я им верю, что понимаю. Ну, проказники. Я в порядке, Гэн. Спасибо за руку. Ребята, давайте жить дружно. И какой хороший день для прогулки. Не беспокойся об этом, Гэн. Пойду посмотрю, где там охотники за сокровищами. Хорошо, я так понял. Хорошее приключение пойдет им на пользу. Не будет время обо всем подумать. Это не проблема. А я хоть отдохну немного. Это не проблема, Гэн. Но есть одна отличная идея, что если отправить их мышат куда-нибудь подальше? Нет проблем. Ребята, давайте жить дружно. Я им верю, что понимаю. Ну, проказники. Я в порядке, Гэн. Спасибо за руку. Ребята, давайте жить дружно. И какой хороший день для прогулки. Не беспокойся об этом, Гэн. Пойдем посмотрим, где там охотники за сокровищами. Хорошо, я так умею. Хорошее приключение пойдет им на пользу, не будет время обо всем подумать. Это не проблема. А я хоть отдохну немного. Это не проблема, Гэн. Но есть одна отличная идея, что если отправить их мышат куда-нибудь подальше. Нет проблем. Ребята, давайте жить дружно. Я им верю, что понимаю. Ну, проказники. Я в порядке, Гэн. Спасибо за руку. Ребята, давайте жить дружно. И какой хороший день для прогулки. Не беспокойся об этом, Гэн. Пойду посмотрю, где там охотники за сокровищами. Хорошо, я так умею. Хорошее приключение пойдет им на пользу. Не будет время обо всем подумать. Это не проблема. А я хоть отдохну немного. Это не проблема, Гэн. Но есть одна отличная идея, что если отправить их мышат куда-нибудь подальше. Нет проблем. Ребята, я им верю, что понимаю. Ну, проказники. Я в порядке, Гэн. Спасибо за руку. Ребята, давайте жить дружно. И какой хороший день для прогулки. Не беспокойся об этом, Гэн. Пойду посмотрю, где там охотники за сокровищами. Хорошо, я так умею. Хорошее приключение пойдет им на пользу. Не будет время обо всем подумать. Это не проблема. А я хоть отдохну немного. Это не проблема, Гэн. Но есть одна отличная идея, что если отправить их мышат куда-нибудь подальше. Нет проблем. Ребята, давайте жить дружно. Я им верю, что понимаю. Ну, проказники. Я в порядке, Гэн. Спасибо за руку. Ребята, давайте жить дружно. И какой хороший день для прогулки. Не беспокойся об этом, Гэн. Пойду посмотрю, где там охотники за сокровищами. Хорошо, я так умею. Хорошее приключение пойдет им на пользу. Не будет время обо всем подумать. Это не проблема. А я хоть отдохну немного. Это не проблема, Гэн. Но есть одна отличная идея, что если отправить их мышат куда-нибудь подальше. Нет проблем. Ребята, жить дружно. Я им верю, что понимаю. Ну, проказники. Я в порядке, Гэн. Спасибо за руку. Ребята, давайте жить дружно. И какой хороший день для прогулки. Не беспокойся об этом, Гэн. Пойду посмотрю, где там охотники за сокровищами. Хорошо, я так умею. Хорошее приключение пойдет им на пользу. Не будет время обо всем подумать. Это не проблема. А я хоть отдохну немного. Это не проблема, Гэн. Но есть одна отличная идея, что если отправить их мышат куда-нибудь подальше. Нет проблем. Ребята, давайте жить дружно. Я им верю, что понимаю. Ну, проказники. Я в порядке, Гэн. Спасибо за руку. Ребята, давайте жить дружно. И какой хороший день для прогулки. Не беспокойся об этом, Гэн. Пойдем посмотрю, где там охотники за сокровищами. Хорошо, я так умею. Хорошее приключение пойдет им на пользу. Не будет время обо всем подумать. Это не проблема. А я хоть отдохну немного. Это не проблема, Гэн. Но есть одна отличная идея, что если отправить их мышат куда-нибудь подальше. Нет проблем.
тебя, давайте жить дружно. Я не вид, что пугаю. Ну, проказники. Я поеду тебе. Спасибо, Богу. Тебя. Давайте жить дружно. Никакой хороший день не пробудь. Не беспокойся, Богу. Пойдем посмотрим, где там охотники за сокровищами. Хорошо, я подумал. Хороших приключений пойдет им на пользу. У них будет время во всем подумать. Поехать отдохнуть немного. Это не проблема. Но есть одна отличная идея, что если отправить их мыша куда-нибудь подальше. Нет проблем. Тебя, давайте жить дружно. Я им вид, что понимаю. Ну, проказники. Я поехал. Тебя. Давайте жить дружно. Какой хороший день для прогулки. Не беспокойся, Николай. Пойду посмотрю, где там охотники за сокровищами. Хорошо, я так и думал. Хорошие приключения пойдет им на пользу. И будет время во всем прогулке. Это не проблема. А я хочу отдохнуть немного. Это не проблема, Гай. Но есть одна отличная идея, что если отправить этих мышей куда-нибудь подальше. Нет проблем. Тебя, давайте жить дружно. Я не уверен, что понимаю.